День республики. 140 лет со дня рождения известного ақына Тұрмағамбет Истілеуұлы и Алтынден. Сразу три праздника отмечают жители Кармакшинского района Кызылординской области. К знаменательным датам в поселке Жасалы открыли соцобъекты, организовали осеннюю ярмарку, айтыс и фестиваль Жыршы-Жырау. Райхан Тажибаева расскажет подробнее. Тренажеры, игровая зона и футбольная площадка. 8 таких спортивных комплексов построят в селах Кармакшинского района. 2 из них ко дню республики открыли в поселке Жусалы. Есть горки, турники для малышей, но больше всего мне понравилось футбольное поле. Эту спортивную площадку построили нам в год детей, чтобы мы игрались и смеялись. Очень рады, спасибо. Рады не только детвора. В этом году в райцентре благоустроили одну из центральных улиц поселка. Уложили брусчатку, установили фонари и скамейки. Сегодня здесь огласили итоги уборочной страды и организовали сельскохозяйственную ярмарку. Привезли дыни, тыкву, картофель и рис, а еще корма и сено. Все выращено на собственных полях. Реализуем сельчанам по цене ниже рыночной. Все довольны. В рамках праздничных мероприятий состоялась презентация пятитомника о творчестве Тұрмағамбета Истілеуұлы. 140-летию известного акына и поэта выходцы Кармакшинского района посвятили айтыс акынов и фестиваль Жыршы-Жырау. В нем приняли участие десятки известных в области исполнителей. Райхан Тажибаева, Альхайдар Турлыханов, Кызылординская область, Хабар 24.